Новый руководитель, новые горизонты. Тема, которая остается главной и сегодня в назначении исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Как изменится жизнь региона? Парламентарии, например, высказывают желание более тесно сотрудничать с исполнительной властью. Одним из ключевых задач они определяют увеличение доходной части казны и повышение зарплат бюджетников. Достичь этих целей поможет только плотное взаимодействие двух ветвей власти. Мой очень богатый производственный опыт, он всегда говорит о том, что любые изменения – это всегда в плюс. И прежде всего смена руководителя, она вызывает резкое повышение работоспособности у подчиненных. Это уже проверено жизнью. У нас регион вообще такой многоплановый, у нас огромная промышленность, прекрасная промышленность, железнодорожный узел, да, аэропорт, дороги. То есть нам нужно сегодня повышать налогооблагаемую базу, чтобы больше была собираемость налогов, то есть нужно тащить сюда инвестиции, строить новое производство. Ну и к слову о промышленности. Здесь регион в лидерах по стране. Очевидно, для предприятий нужно готовить и кадры. Научное сообщество ожидает от исполняющего обязанности губернатора понимания в этом вопросе. Я думаю, что тоже будет взаимодействие, поддержка. Высшая школа науки, все, что запланировано, и чтобы более эффективно развивалось и научное направление.